Вы можете просто пару слов сказать, чтобы он звук услышал. Хорошо. Наладил. Я очень устал, дожидаясь очереди. Я с аппаратом, дистрибилятором. Хорошо, все. Сегодня 5 марта 2008 года. Мы находимся в городе Тель-Авиве. Сегодня интервью с ветераном Великой Отечественной войны. Пожалуйста, если вы можете представиться, сказать нам год и город рождения, немножко про вашу предвоенную жизнь, про семью. Пожалуйста, ваше слово. Это я родился 25 декабря 1923 года в полицейском участке. Это раньше была Польша, в местечке Рудички, это была Польша, поскольку в местечке не было врача, а была единственная акушерка, которая, значит, принимала там новорожденных в полицейском участке. Мой отец был добровольцем легионов польской армии, воевал против большевиков в 20-м году, дошел до Киева. Мой дед, отца звали Мойжеш или Моисей, мой дед Иешуа или Овсей в 1863 году помогал, это было польское восстание против царских войск, он, Рудницкая пуща есть такая, он перевозил ранних тогда поляков. Ну, говоря о моей семье, значит, мой отец остался один на территории Польши, потому что тогда Желиговский занял Вильнюс, а это местечко находилось 1,5 километра от границы, он там женился и потом пошел как доброволец. Но тут у меня дед занимался, который со стороны матери занимался крестьянством, но имел лошадь, там, землю. Вот бабушка не работала, да. С той стороны в Литве были очень богатые родственники, которых мы видели только на Йом-Кипур, разрешали на таком еврейском квадрате пограничных польских лигмяны разрешали свидания, и мы туда ездили. Мой отец имел магазин, и когда пришли советы, национализировали его. Вот. Но я, как сын добровольца польской армии, смог учиться в государственной гимназии в Вильнюсе. Это касалось денег. Не только учиться, но даже получал с католической организации «Харитас» за 10 грош обеды. У нас в классе было 9 евреев. Все, кроме меня, это были состоятельных семей. Там отец инженер, отец большой склад, ну, такие все люди были. Я окончил 4 класса гимназии, потом учился в гуманистическом лицее, это там латино, греко, английский. Но потом пришли советы в 1939 году, 17 числа, и, значит, мы, еще во время войны нас мобилизовали 1 сентября и послали в Клепочи, это 8 километров от Рудишек, на работы на железной дороге, там, ну, смотреть, кормили как солдат. Вот. Но потом пришли, значит, пришли советы, и в школу ввели русский язык, польская гимназия. Потом этот город отдали литовцам.
литовцы хотели закрыть, чтобы был литовский язык. Там ученики устроили забастовку, там были. Но потом Литва стала советской, захотели в кавычках присоединиться, и вот так мы учились до 21 июня 41 года, был выпускной бал. Кончили среднюю школу. А поскольку я был футболистом, играл в оркестре на басе, еще расскажу такое дело. Значит, когда умер Пилсудский, в 36 году в Безданах открыли 100 польских школ. Ну, а я такой маленький, играю на басе. Подбегает ко мне адъютант, говорит, как твоя фамилия? Шапира. Хорошо. Ну, и дает мне талон, и они мне насыпали в бас полный там апельсинов, а я не имею куда-то деть. Значит, девчонки были тоже в государственной гимназии, уже школы, такая писательница польская. Вот они все, пока мы ехали обратно, все доели. Надо сказать, что уровень учебы в гимназии был очень высокий. Профессора говорили, что надо слышать, как муха летит. Муха летит, по-польски, муха летит. И каждое нарушение дисциплины, это вызывали родители, и страх, что тебя отчислили. Значит, 21-й выпускной вечер, 22-го утром мы должны были ехать июня играть в футбол. Там. И я приехал домой, и приехал мой дядя из Каунаса. Отец был в Каунасе. И 23-го утром мы позвонили в город такой в арену, там сказали, уже по-немецки ответили. Ну, я собрался один идти пешком. Пешком до Тракая, до центра. Я шел, имел счастье, ехал грузовик. На грузовике везли парторга, это председателя исполкома, еще ребят, пару еврейских. Ну и в Лентварисе они говорят, идите вы покушайте. Как только те ушли, а я нет. Значит, я схватился, и все. Но пока нас бомбили, там много раз, я порвал последние штаны. Поскольку я вышел из дома, значит, мать дала мне куртку, я ее отдал, и 200 рублей. Ну, так они мне дали штаны, подъехали к границе. Раньше, где граница была, значит, между Польшей и Советским Союзом. И там документов нет, паспорта нет, они мне в мешок и перевезли. Хорошо. Остались там? Всех там расстреляли. Так, дальше. Значит, потом остановились мы в Смоленской области, возле Ярцева. Мне мобилизовали на окопы. Ну, я немножко умел копать, поскольку у нас в школе была организация, как сказать, подготовки к службе в армии. Такая была часть, да. Ну, это не армейская такая роль. То есть это была часть... Ну, и в один прекрасный день подбегает там человек и говорит, вы что, литовцы, немцев ждете? А хозяйка сразу заговорила, что евреев нельзя. Ну, и мы там пешком сдавались, попали в Смоленск под обстрел в аэродром, там целое дело. Потом отошли к отступающими частями и пришли в Вязьму. Нас там отправили опять. Ну, в конечном итоге мы очутились в Пензе, город Пензе. А в Пензе было литовское правительство на выезде. Вот они меня позвали на Торболото, камыши хвощи. Ну, мы были одеты, как в каменном веке. Ну, и там разные истории, выдавали за каждое слово, там вообще обстановка неприятна была. Но я что? Поскольку я
умел все католические молитвы. Я подсказывал ребятам, когда мне с кваса выгоняли на религии. Но-то там умер. Это, ну, это был худ, как техноруку по-русски. Это я отпевал его жену, так потом он устроил там ужин. И 3 недели я болел. Ну, это так. Но потом мобилизовали всех в армию. Это было в декабре 41 года, а мне еще не подошел возраст. Пришел на комиссию они. Всех взяли, мне нет. Ну, я подождал, там пришел такой черный. А там тоже знакомые ребята были, все ведь торб. Они мне взяли. И я там заболел тифом, лежал в госпитале в Сердобске. Но на первом этаже там раненые, а я, значит, хорошо пел. Значит, я пел, они мне хлеб давали, вот так. Приехал Палецкис, председатель Верховного Совета. Нас там было 7. Ну, написал бумагу, что как приедем в армию, чтобы нас кормили как надо. В то время уже была литовская дивизия, поехали в Балахну. Ну, и мы с Котва, что оставалось, все. И мне назначили, значит, старшим. У меня, значит, в отделении оказался потом этот, как, это не парторг, а такой самый высокий политический. Это был заместитель командира полка по поличасти, еврей. Там, да, он был мой. Мы кошили из одного котелка, а у меня самая ложка большая была. Хорошо. Но потом пришли делать отбор. Значит, я служил в роте, отдельной роте автоматчиков. Значит, туда отбирали самых-самых. Ты должен был прыгнуть, ты должен, да, ты должен то, ты должен то. А где у вас была подготовка? Какая подготовка у вас была? Подготовка? Спортивная. Я же был футболист, боже мой. Я пару пяторок в школе имел, а по физкультуре всегда. Но... А военная подготовка была? Была у нас военная подготовка. Мы там проходили разные такие, ну, не, это не копать, мопать, там падать, ходить, вставать. Все делали в школе. Да. Но одним словом, я попал в эту роту. Нас было 14 евреев в этой роте. Два взвода. Это были литовско-русские, еврейские. Такие. В третьем взводе большинство было хулиганов, которые сидели до хулиганства, чтобы потом не голодать всегда. Ну и было там пару евреев, пару литовцев. И вот нас там мучили до бессознания по 40, по 50-60 километров в день. Но, значит, мы получали больше хлеба. У нас была отдельная кухня. Нам выдали английские шинели, да, потом полшубки, высокие эти, да. Ну, держали. А командиры были с бывшей литовской армии. Ну и тренировались мы, что можно вспомнить, что один раз мы одного литовца отвозили через лес в особый отдел. И я не курящий. Значит, он попросил докурить табак. Он им кинул в глаза и начал удирать. Ну, а у меня очень хороший пристрельный автомат. Я ему как стрельнул, тут ухо. Ну, а потом оказалось, что это литовец, который служил на немцев, где-то на почте в Каунасе. Ну, хорошо. После... Простите, вы сказали, что там была
Ну, несколько еврейских мальчиков. А между собой наедешь? О, я сейчас расскажу. Что такое литовская дивизия? Это самая 34 до... 39% было евреев. Значит, всего за годы существования в дивизии служило всего-всего, и после конца, 5000 евреев, из каких около 2000 погибло. Ну, сколько там инвалидами дали. Значит, это были... Ведь очень немногим удалось удрать. Это были еврейские ребята, которые никогда не видел поезда. Еще не знал смак поцелуя, никогда. Но это были разные, были интеллигентные тоже, интеллигенция. Но это было, все хотели воевать, чтобы отомстить за своих родителей, за своих близких, которые они оставили. Ведь в Литве 96% евреев уничтожились, 240 тысяч. Это республика. Были такие роты, как 5-я рота у нас, 6-я рота 249-го полка, где команды выдавались на идиш. Да, говорили на идиш, даже молились. Это не очень-то преследовалось. Но даже говорят, я не знаю, я в Туле не служил, все даже, когда они были в городе Туле до выхода, они строем шли по в синагогу, там где-то нашли. Вот такие. Но это была дивизия, которая пронесла по Челогвардейску, более 2000 километров прошла от Горка, от Бавахны, через Беларусь, через, там воевала, значит, в России, Беларусь, Латвия, Литва, и одна из первых вошла в Восточную Пруссию. Я-то уже не... Так, значит, нашу роту автоматчиков ехали, мы ехали, получили приказ и приехали ночью. Очень отстала все части, артиллерия, все завеяло дороги. Мы долго шли пешком, это ужас. Потом попали в Алексеевка. Известное место, где погибло более 700 человек. Это не только евреев. Почему? Значит, у нас два отделения. Вечером пришло сообщение, чтобы сесть на танки днем. Танковый десант днем, если можно сказать, да? И там захватить Змеевку, это железнодорожная станция. А немцы были укреплены на горе, значит. И артиллерии сказали, что вас там поддержат. Никакой артиллерии не было, не могла подъехать. Кушания не было, вот сухари там выдали немножко и привет. Вот мы поехали. Я выпустил один диск. Кого там убил, кого не убил, не видел. Потом замком взвода ранил в живот. Я еще скачал танка, его перевязал еще в эту, ну, в такую положил. Ну, и потом, значит, меня как стукнуло, я потерял сознание, лежал, поскольку мне и контузило, и тут меня локоть пробило. Ну и мне потом они подобрали. Вот. И за этот бой, поскольку у нас там потом, сколько осталось, все танки сгорели. Сколько осталось живых, наградили, значит, это, медали за отвагу дали, да? И 80% врачей это были евреи. Начальник санчасти был еврей. Из медицинских сестер что-то более, так, 95, 60, более половины были еврейские девушки, тоже с желанием воевать. Но
в этой всей неразберихе был такой приказ, что нам давать по 200 грамм спирта после этого. Ну и мне это подвезли там, очень хотелось кушать, ну и забросили. А, еще. Где подвели? Где забросили? Где подвели? Где забросили? Забросили в Мецамбат там такой, да. Но я хотел еще забыл один фактор сказать важный. Когда мы шли пешком туда, я остановился у старушки. И в голову мне упала икона. Старушка говорит, тебе не убьют, а ранят. Значит, что они сделали? Они сразу не наложили мне жгута, здесь не наложили, это мне доски. И у меня тут кость перебита, значит, рука. И еще я, не было транспорта, и еще я шел там пешком, потом на бочках ехал. И я заехал к этой старухе и велел отрезать ей от моих больших валенок вот это вверх. Отдал ей там все продукты, которые были, да? Ну, и оттуда повезли в Мецамбат. И мне с трудом удалось все гноилось. Ну, и мне, наконец, удалось в эшелон залезть в эшелон. И мне везли куда-то на Кавказ. В Москве сбросили, поскольку температура, на лошади. Завезли в город Ступино, Московской области, в госпиталь. Ну, и я там месяц, наверное, полтора жил. Как называется такой, который укол дают? На букву К, я забыл. Но сестры мне жалели, так они мне больше норм, очень все. Не кушал ничего. Потом имел счастье, приехал с Бурденко профессор Москвы. О, ты похож на моего сына. Ты где родитель? Так. Выздоровеешь, поедешь там, Алтайский край. Так. В чем дело? А мне сестра там говорит, тебе хотят руку отрезать, не дай. Ну что мне было, боже мой, 43 еще февраль, еще мне 19 лет. Он говорит, снимок вы делали рентгеновский? Они говорят, нет. Немедленно, не знаю, нет у них пленки. Ну, разыскали пленку, понесли, мне сделали снимок. Он мне, значит, чик разрывал, там гноя целая такая, миска большая вылезла. Появился аппетит. Когда я первый раз пошел вниз, парикмахер еврей говорит, ой, а нам сказали, что ты уже это самое... Да. Но потом, вот все было чудо. Приехала женщина и говорит, вот ты со средним образованием, мы хотим тебя послать на курсы. На курсы, значит, профсоюзных там комсомольских работников. Руку не долечили, она еще гноилась, но уже терпимо. Послали мне в воскресенье в дом отдыха, там, а потом в город Шуи, Ивановской области, там шестимесячный курс. Я там, значит, операцию сделали в этом, обчистили это в простом городке. Там госпиталь, а тут, да. Ну и потом я сам по профессии журналист, я 21 год проработал в польской газете, сначала в литовской, в «Альстечевой крещет». Это крестьянская газета называлась. Это выпускающим редактором там был, отдел спорта вел, спортивный журналист. Но потом работал в польской газете «Червоный штандар» до самого выезда в 89 году в Израиль. А почему вы решили в Израиль? Вел там отдел Орг массовой работы из спорта, значит, часто ездил в Польшу. Даже меня наградили знаком, я имею почетного пограничника на День Победы. Тешин такой город, который переходит границу. Ну, что сказать? Ну, одним словом,
то, что мы перенесли за время войны на торбовоты, говоты, ховоты, и вот это все терпение, ну и, конечно, как мы, почему мы не могли уехать раньше в Израиль? Значит, старший внук у меня, он программист, тоже был на Ливанской войне в этом, на Гаванских высотах. Он был в армии. И, значит, когда он приехал, все, в 89 году уезжаем, еще не было прямого сообщения между Израилем и это. А почему вы решили в Израиль? А? Почему вы решили в Израиль? Раньше? Почему вы хотели в Израиль? А, мы хотели и за детей, и за себя. Мы же жили при поляках, при русских. Это Белоруссия была сначала. При русских, при литовцах. Литовцы, как вошли в город, первый день они сделали погром, значит, такой маленький. Моего отца по голове там стукнули на вокзале. Ну, куда было деться? Ну, я очень доволен. Я один был, да? Один. Сейчас у меня сын носит фамилию мою, его жена. Значит, два внука с женами, это шесть. И имеет четырех правнуков. Это три мальчишка, которому 27-го исполнилось месяц один. И одна девчоночка, которая второго было 2 года месяц, да? Ну...